Кабинет. Кабинет. Поставить Россию на колени. А уже никак не выйдет. Конечно, Михаил Сергеевич, которому я ему симпатизировал, Горбачев, конечно, он подпортил. И это все опять кабинетная работа, вот это вот дробление Советского Союза. Потому что такой монолит, как Советский Союз, это было им никак не выгодно. Вот. Ну, менталитет действительно разный. Удивительно, что Польша, которая была тоже дружественной, я работал в Польше, все так друг друга любили, я работал на бетономешалке в стройотряде. И наш хозяин нашей этой самой бетономешалки, он говорил, велике дело паровоз, 4 колеса и труба. Польша и Руссия – это братья и все это. Вот такое было настроение, не было ничего. Это кабинет, работает кабинет.